Привет, дорогие подписчики. Ну вот мы снова на участке. Сегодня продолжим вчерашний день. Что у нас в планах будет? Я тут чуть-чуть подкину песка здесь еще, наверное. Пару лопат совсем. И приступим. То, что я думал вчера. Ну, вчера как-то быстро очень стемнело. Я уже собрался и поехал домой, потому что мне еще надо было в одно место заехать. Сейчас уберем вот наш щебень. Его куда-нибудь в сторонку откинем, он будет мешать нам. И будем потихоньку присыпать наш кессон. И будем утрамбовывать здесь вот наше основание. Потому что у нас тут чуть-чуть будет выходить терраска наша небольшая. Она, в принципе, и туда будет выходить. И здесь вот. Ну, тут уже будем подготавливать по факту, что у нас получится. Он где-то 2,5 метра в сторону. Здесь такая небольшая терраса будет. Так что вот приступим. Сегодня опять у нас веселый день, который будет только предполагать, что мы будем копать, копать и копать. Так что смотрим, что получится. Так, ребят, мы чуть-чуть отвлеклись. Тут вот эта вот машина приехала, она застряла. Помогали ее доставать. Короче, долго пытались, пока проезжающую машину не словили и не вытянули. Мы тут вот добили наш этот щебень. Сейчас потихоньку буду закапывать. Что-то времени я очень много потерял на эту машину. Ребят, таким макаром мы будем добивать. Вот здесь вот просыпем. Здесь вот до конца так добьем, чтобы бортик сделать для подсыпки вот этого грунта. Так что вот так вот мы будем добивать. Я этого уже показывать не буду. Но вы оставайтесь. У нас будет еще много всяких интересных серий. Так, новый день у нас. Продолжение старой темы, которую мы вчера делали. Это вот подготавливали и обсыпали наши кольца. Вот на чем мы вчера закончили. Как видите, что-то мы сделали. Тут уже подпорку для трактора сделали. Он может уже стаскивать сюда грунт. И еще знаете, что, наверное, надо будет нам сразу сделать? Надо будет сразу сделать. Это поставить здесь еще столбики под террасу. Обозначить где-нибудь, чтобы потом не ковырять их опять в этом непонятном грунте, который сейчас накидают с камнями. Лучше сразу прокопать их, оставить ямки. А так, сегодня в планах у нас опять копать и будем обкапывать вот эту вот нашу часть. Здесь засыпем песком до пеноплекса. До пеноплекса засыпем и все. На этом наш будет этап.
в этом году закончен земляными работами. Еще дождемся трактора. Вот вы часть, наверное, вот этой кучи мы раскидаем здесь, спланируем и будем засыпать это все черноземом, равнять. Вот такие у нас планы пока. А по поводу строительства временки сейчас будем смотреть. Не знаю, как по погоде будет. Если погода будет позволять, я, наверное, все-таки доску возьму. И мы поставим наш домик. Если нет, то уже это я переведу на апрельскую, наверное, где-нибудь апрельско-майские выходные будем делать. Так что как-то так. Так, дорогие подписчики, как видите, кучи у нас уже нету этой. Вот смотрите, что у нас уже получилось. Тут не смотрите, что повыше, потому что мне еще туда надо чуть-чуть грунт будет кидать, поэтому сверху лучше снять, чем снизу бегать. Тут вот присыпали наши уже камни. И сейчас я еще вот так вот пройдусь, поплотняю наши откосы, чтобы солнце не видно. Так вот. Видите, выдавливается на сантиметров 8. Поэтому как-то так. По поводу еще новостей, какие у нас. Звонил трактористу, у него завтра не получается. Мы перенесли пока наше дело на субботу. Поэтому у нас завтра будет целый день. Будем все недочеты, недоделки делать в таком спокойном режиме. Что у нас сегодня? У нас сегодня день такой лайтовый был. Я уже все переделал, что хотел. Осталось вот у ребят, которые на соседней стройке, не знаю, солнце вам, наверное, светит. Набрал вот обрезков, вокруг дома походил. Сейчас выставлю оси. Пока вот выставлю оси. И еще из одних нюансов, которые у нас случились, сегодня звонил нашему трактористу. Он сказал, что у него трактор, что-то там у него случилось, глохнет. Не знаю, на завтра он успеет сделать, нет. Но пока в планах все-таки ждем, что он будет. Но что-то не слабо в это верится. Поэтому вот сейчас вот поставим вот эти, с помощью этих брусочков оси, понатягиваю. Почему так много? Я буду, смотрите, делать так, так, и между ними типа ставить, между с ними ставить рейку вот так вот, ну, чтобы можно было осями, ну, осью играться, потом, когда диагонали ловить. Поэтому пока такая вот работа будет. Немножко освещу ее, но она такая не пыльная, мне нравится.
сейчас наметим быстренько так, предварительно, где будет располагаться наше здание, а потом уже будем выставлять наши более точные вот эти вот оси. Сейчас прикинем так в плане. Будем использовать теорему. Не теорему, а треугольник Пифагора, который 3, 4, 5. Поэтому вот с помощью него и будем мы откладывать наши оси. Но это приблизительно, это сейчас, чтобы от чего-то отталкиваться. Факту вот мы выставили наши для осей вот эти вот направляющие, с них помощью можно уже прыгать, то есть оси где-то подвигать, не то что это одна палка торчит, с ней ничего не сделаешь, а так можно подвигать. Будет время, вот поиграемся немножко с этими осями, я думаю, это на воскресенье мы. А так, в принципе, все, можно уже собираться домой, так что погнали. Подождите, какой погнали? У нас же еще главное, что надо, это подписаться, поставить палец вверх и прокомментировать. Так что, друзья, давайте.